Во Франции подросток может получить тюремный срок за то, что назвал свой Wi-Fi в честь ИГИЛ. Даеш-21. Вот такой никнейм креативный подросток придумал для себя. Чтобы было понятно, Даеш – это аббревиатура ИГИЛ, только по-арабски. Даеш заменяет во Франции привычное слово ИГИЛ. Что еще вызвало подозрение у жандармов? Так это то, что сам подросток арабского происхождения. Сеть с подозрительным названием увидел бдительный сосед и сразу же вызвал полицию. После того, как юноша отказался от общественных работ, он получил условный тюремный срок. Ну вот особенный смысл этот случай приобретает, если вспомнить, что годовщина терактов во Франции скоро состоится, отметят ее 13 ноября. В театре Батаклан и еще сразу в нескольких местах одновременно террористы открыли огонь по людям. Жертвами стали 130 человек. И похожий случай был и в России. 27-летний мигрант из Таджикистана получил 5 суток. На его майке красовалась надпись «ИГИЛ». А в Швеции мужчину и его спутницу высадили из самолета из-за подозрительной татуировки, которая также напоминала флаг запрещенного государства. Так что внимательно выбирайте имена для Wi-Fi соединения в своей квартире и посмотрите у соседей, есть ли какие-то подозрительные названия.